Для достижения коллективного иммунитета в Алматы необходимо привить еще 400 тысяч жителей. Это позволит ослабить действующий карантин и стабилизировать ситуацию с коронавирусом. Об этом на брифинге сообщил заместитель акима города Алматы Ержан Бабакумаров. На сегодня в мегаполисе вакцинация охвачена более 960 тысяч человек. По словам главного санврача Алматы Жандарбека Бекшина, всеобщая иммунизация среди детей старше 12 лет и беременных начнется сразу после завоза в Казахстан американского препарата Pfizer. Он, как ранее заявили в Минздраве, поступит уже в этом месяце. Мы также сможем привить вот только одних школьников 306 тысяч человек. И это количество и студентов, это позволит нам также увеличить охват вакцинации и увеличить иммунную прослойку, что, несомненно, скажется на снижении заболеваемости.